Настя Попова у нас пробовала совершенно другую роль изначально. Вот, она попробовалась на роль Тани и попробовалась очень хорошо. Просто прекрасная была Таня. Но мне Настя сказала, слушай, по-моему, я все-таки Зина. Господи, боже мой, главная героиня – это мое, Зина. Мальчик, ты чьих будешь? Мальчиком прекратить меня называть? Девочкой нужно. Дмитрий Анатольевич меня зовут. Димочка, как же ты сюда попал, малыш? Кто пустил? И я говорю, Федь, вот смотри, какая история. Говорю, тут другую героиню я могу тебе сыграть. Я говорю, но ближе мне, конечно, Зина. И если у вас никого на нее нет, я говорю, я бы вот просто попробоваться, просто мне для спокойствия.